Сочинская ТЭС уже 15 лет. Сегодня она обеспечивает теплом центральный район, вырабатывает почти 1 000 000 киловатт электроэнергии. Но бесперебойная работа оборудования невозможна без тщательного контроля специалистов. Почти половина сотрудников ТЭС трудятся на объекте с момента его открытия. Это важный показатель, отметил глава Сочи. Всегда все системы управляет человек. Наше самое главное достояние – это люди. Люди создают эту систему. Вы действительно профессионалы в своей отрасли. И ветераны отрасли, которые находятся здесь, они очень планомерно передают свои знания, навыки, умения молодым, перспективным, подрастающим людям. А все, кто моложе, находятся здесь. Вы всегда должны помнить своих учителей, всех тех, кто основал эту структуру. Мэр курорта поздравил энергетиков с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся сотрудникам теплоэлектростанции.